У нас сегодня с вами консультация. Консультацию можем построить так. Значит, во-первых, вы можете мне задать те вопросы, которые связаны, я еще раз говорю, связаны с курсом. Это совсем не обязательно, что они прямо по этим темам или... А так или иначе, с ними соотносящиеся, поскольку я при своем положении обязан отвечать на любые вопросы на том этапе, на котором мы с вами находимся. Потому что следующий у нас этап, который у нас теперь выяснил совершенно точно, 16 числа января, у нас будет с вами экзамен. Сегодня я был у диспетчера, и мы с ней выяснили, что 16.01 в 17.20 будет у нас с вами экзамен. 16 января в 17.20, не в 19 часов, а в 17.20. Просьба это зафиксировать. И товарищам передать. Так, и это пятница. Значит, вы располагаете вопросами в той брошюрке, которую я вам давал, программу, методички. Есть вопросы. Из этих вопросов вы выбираете два вопроса. Два. И на каждый вопрос пишите по одному ответу. Письменный. Это означает, что прежде чем вас спрашивать по другим вопросам, я сначала ознакомлюсь с тем, что вы напишете по этим вопросам. Может быть, у меня не возникнет больше вопросов. Чем лучше вы напишете, тем меньше вопросов у меня возникнет. Ну и разумеется, что вот эти два вопроса, они, собственно говоря, только представляют, как вообще вы разбираетесь в целом в этой проблематике. Потому что, если, скажем, вы неудачно на них выступаете, значит, я перехожу к другим вопросам. Ну и поскольку вы их выбрали, это ваши любимые вопросы, то, соответственно, на любимые вопросы вы должны... Так. Сейчас лекция, перезвоните после... Да. Лекция. Нет, я не ушел. У нас аудитория 138. Ну вот. То есть вы пишете два вопроса, и я, в зависимости от того, что вы там написали, спрашиваю вас дальше, больше, глубже. Поэтому вы заинтересованы в том, чтобы те вопросы, которые у вас вот могут быть не вполне ясны, чтобы сейчас их сформулировать мне, лучше я на них отвечу. Да. Учитывая, что вы мне сказали, то есть я думаю, что так бывает, что вот тогда не было вопросов, сейчас нет вопросов, потом у меня будут вопросы. Появились. Вот какие есть ко мне вопросы, которые бы вы хотели выяснить, прояснить, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что я вам некоторые вопросы задам сегодня в порядке разминки, в порядке подготовки, потому что сегодня у нас встреча безответственная. Абсолютно. Почему? Потому что мы собрались для того, чтобы подготовиться к этому мероприятию, которое будет у нас в следующем году, 16 января. Правильно? Поэтому, так сказать, то, что вы сегодня ответите мне или скажете, тоже совершенно безответственно, ничего не означает, потому что сегодня вы не готовились же. Поэтому вот я могу просто проверить, вот, насколько вы как и что усвоили. А вы можете посмотреть, на какие вопросы я могу вам задавать дополнительные. Вам это тоже может быть, так сказать, интересно посмотреть, что вас ждет в этом смысле. Да? Чтобы чем меньше неожиданности, тем лучше. Нам написали еще, когда будет пересдача, потом нам написали, когда будет комиссия. Но я просил бы и вас правильно настроиться, и товарищам сказать, что если они вот 16-го не появятся, у нас будут проблемы большие. То есть тут другое дело, там в текущих занятиях, ну, сами подготовились, пришли, а когда начинается уже экзаменационная сессия, тут, если надо, отпроситься, договориться и так далее, тут надо, чтобы все были, потому что я получу ведомость, в
все, кто ведомый в ведомости, я должен подписать, что присутствовали такие-то, не явились такие-то, и подписаться должен, не явился. Его будут считаться не явившимся. Раз не явившимся, пересдача. А если на пересдачу, вот тогда на комиссию. А в комиссии только не я один буду, еще будут другие люди. То есть ничего это нам не прибавит, ничего не облегчит. Поэтому, поскольку мы конфликтологи, то мы должны думать не о том, как наращивать эти конфликты, а как их, эти конфликты, разрешать и уменьшать, без нужды, чтобы они не создавались. Ну вот, теперь, значит, курс наш, как вы знаете, называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Ну и поскольку вы будете выступать, вы будете на экзамене отвечать, то я, естественно, вправе требовать от вас, чтобы вы понимали каждое слово, которое вы произносите. Допустим, вы сказали какое-то слово, я спрашиваю, а что это такое? Например, вот политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Сразу напрашивается куча вопросов. Я могу спросить, так, вы знаете, какой у нас курс? Как называется? Знаете, да? Политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Начнем с того, что такое конфликт. Что такое конфликт? Не знаете, два. Но я повторяю, сегодня у нас без ответственности. Мы сегодня, у нас шутка сегодня идет. Борьба интересов. Что? Столкновение интересов. Столкновение интересов. Неправильный ответ. У вас одни интересы, у меня другие. А мы с вами не сталкиваемся, сидим, спокойно разговариваем. Почему, если у нас разные интересы, а у нас они разные, правда? Вы согласны, что кто больше заинтересован в том, чтобы вы лучше подготовились? Вы или я? Я. Ну, конечно, вы. Но вы же учитесь-то. А я как бы вам вспомогательный элемент такой, да? Прошу прощения. Рим Садитна, слушаю. Нет, это вам звонили, наверное, девочки, которые хотят на практику. Я вам не звонил. Да. Угу. Они будут вам звонить, я им все рассказал, и они будут вам... Да. Ну, дозвоняться, да. Ага. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы... А? Да, спасибо большое, очень хорошо. Угу. Да, это вы ничего не напишут. Надо будет сформулировать, потом послать, время выждать, чтобы... И все, да, конечно, безусловно. Спасибо большое. Да, с наступающим Новым годом. Спасибо, до свидания. Это товарищ Шерифуллина, президент общественной организации социальной защиты граждан. Петербургская эгида. Вот мы договорились, что третьекурсники пойдут к ней на практику. А вообще надо иметь в виду, что у нас есть такая интересная организация, с ней можно взаимодействовать. Итак, значит, интересы у нас разные, но конфликты. Ну, а как вот интересы могут столкнуться? Я это не понимаю. Интересы, что такое интересы? Нет, интересы, что такое? Интересы? Да. Если выяснится, что это два шарика, то они могут столкнуться. А если выяснится, что это не два шарика, не два человека, не два бревна, то вопрос о столкновении, он как-то повиснет. Правильно? Несмотря с какой точки зрения рассматривать понятие конфликта, если с точки зрения... Нет, не с точки зрения конфликта. Я просто спрашиваю, что такое интересы? Актуализированная потребность. Вот. Нет. Как? Актуализированная потребность. Почему? Это? Откуда такое у вас определение? Актуализированная потребность – это вроде как красное яблоко, это и есть яблоко. Как вы не актуализируете потребность, она все равно потребность. Гришина, у Гришина было. А? У Гришина. Значит, вот у нас с вами был курс. Значит, эти определения давались. Вот сидит товарищ, который осуществлял запись. Значит, вам в качестве методического материала может быть предложено посмотреть те лекции, на которых вы отсутствовали, и познакомиться с этими определениями. Сейчас я вам, поскольку вопрос задан, интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно, не в зависимости от их взглядов и интересов, а что улучшает или что ухудшает их положение, в какой мере. Вот если вы выучите
предмет и получите соответствующую оценку. Это улучшит ваше положение или хуже? Улучшит. Так, и где у нас тут может быть столкновение? У нас они разные. Нету никакого столкновения. И вообще интересы, люди сталкиваются, интересы никогда не сталкиваются. Это две характеристики. Это объективные характеристики положения людей. Они не могут сталкиваться. А вот люди, которые имеют противоположные интересы, люди сталкиваются. Я хочу у вас деньги отнять, а вы не хотите мне деньги отдать. Вот это будет столкновение. Что, интересов? Нет. Это будет столкновение. Это будет противоречие интересов, но столкновение людей с этими интересами, имеющих эти интересы. Вот правильно будет высказывание такое. Значит, политическая составляющая социально-трудовых конфликтов. Конфликт тогда что такое? Возвращаемся. Вот Кирилл хотел сказать нам, что такое конфликт. Ну, я бы дал определение такое, что это отсутствие согласия между двумя сторонами. Конфликтная ситуация непосредственно. Сам конфликт. Ну вот я решил, что у нас отсутствие согласия. Пожал вам руку, тепло попрощался и ушел. В чем конфликт? Отсутствие согласия налицо. Конфликта нет. То есть вот я, чтобы опровергнуть ваше утверждение, которое я принял как гипотезу научную такую, беру ее и начинаю проверять. Если это вот гипотеза, никак ее не опровергнуть ничем, тогда вот она, значит, вроде как проверена. А если находится пример, когда это сразу рассыпается, это неправильно. Мы могли с вами попрощаться как угодно, но если наши точки зрения не совпадают в каком-либо вопросе, то это еще не значит, что нужно утверждать, что у нас нет с вами конфликта. Ну и что, у нас точки зрения могут не совпадать, нет таких ученых, у которых точки зрения обязательно совпадают. Почему сказать, вот вся наука идет так, что разные точки зрения высказываются в разных научных изданиях, сказать, что ученые конфликтуют, ну я думаю, что-то чрезмерно будет так сказать, а? Согласитесь, странное вообще изображение, конфликтомания получается такая, что люди обсуждают, вот мы сейчас с вами, мы конфликтуем сейчас с вами или нет? А? Ну у нас точки зрения-то точно не совпадают сейчас, не замечаете, нет? Ну, в чем-то не совпадают. Ну, они же не противоположны, они совпадают. Мы начинаем выяснять, так сказать, доказывать, спорить, несогласие у нас есть. То есть вы одно говорите, я другое, потом вы снова говорите, я говорю. У нас постоянно несогласие. Это что, нормально идет дискуссия. Вы говорите, значит, у нас конфликт. Вызывайте милицию. Потому что сейчас, да, пойдет мордобой. Наверное, это когда достижение определенной цели. Ну, цели у меня совершенно вот простые и ясны. У меня цель, чтобы вы лучше подготовились. А у вас цель, тем более, именно та же самая, чтобы вы лучше подготовились. Правильно? Да. Да. Слушайте. У нас посидеть можно здесь. Нет, посидеть можно здесь. А потом подойти. Чтобы вы лучше подготовились. Одинаковые цели. Так что тут не получается конфликт опять. А если разные цели? Ну, цели вытекают из интересов. Если у нас интересы противоположные, то возникают и противоположные цели, правильно? Так вот, только при противоположных целях и противоположных интересах, вот, например, возьмите вы ту же самую буржуазию, рабочий класс, и то, что у них интересы противоположные, это всегда. А конфликты не всегда. Так? Значит, чтобы был конфликт, надо, чтобы у него была какая-то подоснова, это вот противоположность интересов, так? Это может быть основой конфликта. Но конфликт – это не основа. Вот если фундамент – это основа сзади, но ведь вы можете на этом фундаменте ничего не построить. Так и на под такой конфликтной основе может не быть конфликта. Поэтому конфликт – это не просто наличие противоположных интересов, а это обостренное противоречие, обостренное, обострившееся. Когда это противоречие не просто есть, оно обострилось до такой степени, что стороны от силы аргументов переходят к аргументам силы. Выражением чего является забастовка, например. Правильно? Это же кто кого убеждает? Есть требования, они согласны, мы не работаем. Где тут дискуссия? Это уже не дискуссия, согласитесь. Потому что когда речь идет о разногласиях, это спор. Вы одно, я другое. Это разногласие. А конфликт – это не разногласие, это я, значит, решил сейчас хлопнуть дверь и уйду, потому что вы почему не знаете определение интересов? Или вы сейчас скажете, что мы пришли у вас послушать, консультацию получить, а вместо того, чтобы консультацию давать,
Вы, значит, начинаешь не только спрашивать, а допрашивать. Мы недопустимо такое. И тоже хлопнули дверь и ушли. Вот это конфликт, правильно? А мы договорились с вами именно в силу того, что у нас общие интересы. И у нас есть разногласия при этих общих интересах, и очень много сразу скрылось разногласий. Да? Вот это как раз мы и проверили. Мы договорились, так сказать, проводим военную игру. Что мы как бы на экзамене, я вас спрашиваю, отвечаете, ну, безответственно. То есть результатом этой всей игры является то, что мы потренировались. И больше ничего. Перед экзаменом, тем более, что у нас экзамен еще будет вон, в следующем году. Так, политическая составляющая социально-трудовых конфликтов. Конфликтов. Выяснили трудовых. Надо знать, что такое труд. Кирилл, что такое труд? Труд – это деятельность человека, но направленная на получение выгоды. Так, еще раз. Это деятельность человека, направленная на получение выгоды. Как-то она у вас, этот труд у вас получается. Он какой-то так сформулирован, так применительно вот к нашей эпохе буржуазной. А труда не было вот при первобытном коммунизме. Так, представляете, вот ловят этого самого мамонта с целью получения выгоды. Ну, я думал, что они с целью наесться, накормить там всех. Разве наесться это не выгода? Ну, это какой-то такой вот, значит, нажим тогда в эту сторону. Что вот как-то когда говорят о выгоде, то уже имеется в виду какую-то финансовую выгоду, этого, денежную. Или, допустим, женился с целью получения выгоды. Приданное получил. Вот. Или жена у нас с целью получения выгоды развелась с этим, с нашим миллиардером. И судится, чтобы половина к ней перешло. А он упирается. Это вот с целью выгоды. Вот, то есть, все-таки труд это... Я давал другое определение, которое брал из тех источников, которые классически складывались. Прежде всего, Адама Смита, Рикардо, Маркса. Труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Чем вам не нравится, Кирилл, такое определение? Очень нравится. Нравится, видите? Вот. Причем я вам сразу вам заявляю ответственно в порядке разногласий. Что вы говорите, у нас не будет вопросов. Видите, как получается, когда у вас нет вопросов, то у меня есть вопросы. Чем больше, вы могли бы мне задать, а что такое труд? А, собственно, я вам все равно отвечаю на эти же вопросы. Так к этому и сводится. Но я эти вопросы сам же инициирую и сам же на них отвечаю. Но при этом мы с вами пытаемся напрячь, так сказать, не только мой мозг, но и ваш. И если его напрягать, то тогда вот то, что мы получаем в результате напряжения, оно усваивается. А если не ставить эти вопросы, то не усваивается. Значит, политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Значит, социальные. Социальное – это значит общество. Что такое общество? Кто скажет? Ну, вот теперь ваша очередь. Что такое общество? Совокупность... я скажу очень примитивно, я не хочу. Пусть ваше мнение. Что интересно, вы сразу уже себя очерняете. Да. Сразу я скажу примитивно. Да. Интересно, вот нет, чтобы сказать перед экзаменом, что я знаю это блестяще, и на экзамене вам все расскажу. А вы сразу раз и себя там... Вот не надо заниматься самооплеванием, самобичеванием. Это никем не приветствуется. Причем примитивно. Ну как вы себе представляете? Мы же должны как-то какое-то движение сделать позитивное. Не все, не Москва не сразу строилась, но что-то, какое-то движение. Как вы себе представляете? Общество. Совокупность индивидов. Вот, совокупность индивидов – толпа. Это почти одно. А? Правильно? Помогите, пожалуйста. Это группа людей, связанная друг с другом, постоянными отношениями. Да. А если не постоянными? То тоже. Этот человек надежный. Он даже общество, постоянные отношения. Для серьезных отношений. Я буду молчать. Не, ну, вы понимаете, во что я играю? Я придираюсь. Я честно говорю, я придираюсь ко всем вот ответам. Ну, для того, чтобы вы, так сказать, примерно понимали, что вот как, ничего святого нету, вы начнете что-то хорошее говорить, а этот вот, который должен принимать экзамен, начинает это вот ловить и как бы вас уязвить. Еще не... Значит, ну, хотя ответили вы правильно.
Просто вот иногда вот есть такое понятие в математике, мусорная задача, когда условий достаточно, а еще туда прибавили условия. И такие, и такие. И тогда человек никак не может понять, как ее решить. Потому что там есть лишние данные. Вот. Это люди вместе с их отношениями. У вас тоже правильно. Но недостаточно. А тут избыточно. Но вместе. А вместе у вас получилось люди вместе с их отношениями. Как раз то, что надо. Ну вот согласны, что достаточно для общества? Если взять только отношения без людей, ну какое же это общество? Людей без отношений – это не общество. Это люди просто как, или как биологические какие-то единицы, или как антропологи их изучают. Вот давайте вот, вот как вот животное, но человек как животное, или животное как человек. И как-то они пытаются в абстрагировании от общественных отношений. И у них всегда не получается, потому что как-то его абстрагировать, если сущность человека в общественных отношениях. Так, возвращаемся к нашим баранам. Политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Значит, понятно, мы же знаем, что такое конфликт, значит, такое труд, значит, трудовые конфликты тогда мы знаем. Социально-трудовые, если мы знаем, что это в обществе происходит, правильно? Ну, теперь остается политическая составляющая. Составляющая, я думаю, это нечего обсуждать. Политика что такое? Вот, слово для вас знакомое. Вот вы же не скажете, что первый раз это услышали. Или не скажете, что вот вы только вот когда начался этот курс, только вы тогда это и услышали. То есть, если бы... И в этом, наверное, вот и сложность. Это вот Гегель говорит, кто это будет задаваться мыслью, думать о том, что и так всем известно. Самое страшное – выяснить или понять то, что и так всем известно. Потому что никто об известном задумываться не будет. Что такое деньги? Всем известно. Все видели, все знают. И никто не знает научного понимания денег. Что такое там, ну вот то, о чем мы говорили с вами, труд и так далее. Это все вещи, которые вот таким образом изучаются. Так что такое политика? Это я вам время выдал, выиграл. Михаил. А? Это деятельность государства. Деятельность государства. А что, если оппозиционные политики не могут быть? Оппозиция не ведет свою политику? Вы их вычеркнули. То есть вы как бы этот вот уже у власти, и вам на это все оппозицию плевать, то, что она делает, потому что вы ее не считаете вообще политикой. Да вы никто вообще. Сейчас я пришлю свои войска и вас всех раздолбаю. Не проходит, правда? Давайте рассуждать здраво, мы находимся в России, и оппозиция находится вне удел государства. Ну, хорошо. Ну, вот большевики были оппозицией, а теперь те, которые были у власти, остались не у дел. А временное правительство было правительством, потом стало не у дел. Давайте рассуждать здраво. Я согласен. Давайте рассуждать, но вы придираетесь к словам. Да, я придираюсь к словам, я признаю свои ошибки и недостатки. А что это нужно? Ну, а вам этот спарринг-партнер нужен какой, сильный или слабый? Мы же учимся здесь, у нас весь смысл занятий в том, чтобы... Потому что вы пойдете, там никто вам вообще придираться к вам не будет. Вы попробуйте на Невском кто-нибудь вас будут спрашивать, что такое политика, не будут. И кто-нибудь будет там, какого человека вы остановите, чтобы выяснить у него какой-то вопрос. Немыслимо. Это надо усадить, это только надо государство. Я так понимаю, государственная машина брошена на то, что мы здесь сидели в одной аудитории. В определенный день и в определенное время. И там есть это расписание. Оно, знаете, где у нас? У нас теперь, если раньше декан утверждал, теперь уже это оно только на уровне проректоров. Ужас. Такая сила, мы даже не можем с ней бороться. И не будем. Она с нами борется. Или за нас. Так что такое государство? Учитывая, что это, по крайней мере, одностороннее определение. Конечно, государство политику ведет. Какую политику? Ведет государство. Или что оно делает? Ну, просто стоит определить, что такое государство и что такое хорошее государство. Или... Да, что такое государство, неплохо было бы определить. Может, вы скажете, что такое государство? Слово для вас знакомое. Орган. А? Какой? Регулирующий. Регулирующий орган. Ну, это печень. Печень. Она ведь регулирующий орган. Что-то регулирует там. Желчь регулирует.
Что же у нас? Под это определение у вас попадает печень, ну, мозг попадает под это. Уж точно он регулирующий орган, правильно? Еще там некоторые органы. Власть. А? Власть. Власть тьмы. Ну, тогда надо, значит, такое государство. Ну, вот, видите, мы так застряли. Государство – это регулирующий орган, власть. А какая? Власть бывает необыкновенная. Самая настоящая власть над людьми и над всем. А чего не попадает, что один человек попадает во власть к другому? Другому, не к государству, а к другому человеку. Вот женится, а потом жена командует им, и все. Тогда не бывает такого. А он свободный человек, заберется под шкаф и говорит, я человек свободный, хочу вылезу, хочу не вылезу, когда она его пытается оттуда выковырять шваброй. Вот разве тут нет власти? Бывает наоборот. Бывает, мужья бьют своих жен. Тоже бывает. По-разному распределяется власть. Власть более широкое понятие, чем вот есть. Поэтому говорят, государственная власть. Имея в виду, что бывает власть не государственная. Власть связана с подчинением. Есть подчинение и все. А кто подчиняет, кому подчиняет, это не входит в понятие власти. А вот государство уже не вообще подчинение какое, а какое-то вот... Какое же подчинение? Это, Кирилл, с борьбой вообще связано вот это вот понятие политики или нет? Конечно. Какой борьбы? Кто с кем борется? Политики борются за власть. Политики борются за власть? Или политики борются за чью власть? За свою. А? За свою. Каждый политик за свою. Ну тогда у них ничего бы не вышло. Они бы все друг друга перегрызли и все. Ну, как? Это напоминает эту украинскую раду. Там они друг друга там грызут. Но вообще за власть борются во всех странах. Поэтому нельзя сказать, что только за свою. Вот это тоже нельзя сказать к общему благу, потому что вот вряд ли они пекутся об общем благе. Мы уже говорили об интересе, один интерес, другой. Крупные интересы. Вот, крупные интересы. Какие интересы? Вот это уже ближе, горячее, теплее. У каждого разные, но есть все общее во всем разном. Именно поэтому в общем они и объединяются. Вот объединяются вокруг каких они интересов? Вот какие... Какие, борьба за какие интересы называется политической борьбой или политикой? Ну, начнем с чего-нибудь тривиального, деньги. А? Начнем с чего-нибудь тривиального, с денег, наверное. Деньги были не всегда, а политика была, начиная с, ну, по крайней мере, с рабовладения. Вот появился рабовладельческий класс. Появился рабовладельческий класс. Он меньшинство составлял в обществе? Меньшинство. Если класс составляет меньшинство, что он должен, как может он удержать такое состояние, когда он всем распоряжается и готов, может любого раба убить? С помощью силы. С помощью силы. Какой? Вооруженный или невооруженный? А какая разница? Да такая разница. Вот, скажем, у нас государственный университет, а у государства это... Машина насилия в буквальном смысле слова. То есть в известном смысле, вот я как представитель этого государственного университета, так сказать, так, на мне это насилие не выявлено, незаметно, но вообще оно присутствует. Вы же понимаете, что если человека вот берут и отчисляют, а он не уходит, тогда вызывают тех людей, которые его выводят. Это плохой пример. Плохой. Я согласен. Мы же договорились сейчас, ничего, тут у нас все плохое. Значит, вот у Энгельса есть гениальные люди, которые дают гениально простые определения. У Энгельса есть очень простое определение – отношения между классами. То есть, когда внутри класса идет какая-то возня, грызня, это не политика. Кто у кого-то чего украл. А вот когда класс против класса выступает, отношения между классами – это уже политика. То есть, политические отношения – отношения между классами. Поэтому… О политике можно говорить тогда, в точном смысле слова, когда появляются отношения между классами, тогда, когда появляются классы. Начиная с эпохи рабовладения. Феодалы и рабовладельцы и рабы, феодалы и
крепостные, буржуазия и рабочие, мелкая буржуазия. У нас сколько классов сейчас в России? Много или мало? Мало. Мало. Сколько? 2,5. Нет, 3. 3. Мелкая буржуазия. У нас буржуазия, рабочий класс и мелкая буржуазия. Вот вы знаете, что такое мелкая буржуазия. Мы об эту тему говорили, да? Это кто такие? Мелкие хозяйчики, работающие на рынок. То есть они работают сами, сами трудятся. Но у них есть свои средства производства, они не наемные работники. И поэтому они, с одной стороны, имеют такое же положение, как буржуазия. У них они собственники средств производства. С другой стороны, они трудящиеся, такие же, как рабочие. Но рабочие трудятся не своими средствами производства, а чужими. Теми средствами производства, которые предоставляет им тот, кто их нанял. Он их предоставляет для того, чтобы получить от них прибавочную стоимость. И есть буржуазия, которая не трудится, а получает доходы от собственности, получает прибавочный продукт. Вот у нас три класса всего. Партий много, а классов мало. И вот мы, там сказать, все это крупные такие вещи, очень трудно осознаваемые и воспринимаемые вещи, мы сводим к довольно узкому кругу вещей. Потому что вы, вот как показывает наше обсуждение, трудно запомнить все. А зачем же усложнять дело? То есть это все делается для простоты. Это делается во всех науках. Слово «классы» возникло не в области политики, правильно? Слово «классы» возникло тогда, когда стала наука систематизировать. Накопила известные знания, там, ботаника, и начинала классифицировать. Растения такие, это вот деревья, это трава. Например, банан не относится к деревьям, он скорее к травам относится, правильно? Банановое растение. А среди деревьев есть лиственные, а есть хвойные. А есть непонятно что, вроде как это вот лиственница, потому что она хвойная, но она сбрасывает каждый раз свои, знаете, хвою перед зимой, и ее поэтому называют лиственницей, хотя она никакая не лиственница. А ее называют именно из-за этой связи. И есть такие, например, растения, которые, в отличие от всех других растений, не содержат хлорофилловых зерен и поэтому не могут синтезировать белки. А растения могут. В этом смысле они как бы выше, чем животные. Вот мы с вами, вы можете белки синтезировать? Не можете. Из небелков. А они из углекислого газа, воды и минеральных веществ создают белок. А мы и грибы. Мы эти белки перерабатываем, создаем другой, более высокий белок. И вот белок грибов по своему содержанию и по питательности, там, по качеству очень близок к животному белку. Поэтому, так сказать, они как бы на границе между животными и растениями. Уже и шляпа есть, и нога есть, но головы только нет. А белки перерабатывают так, как... А сам же живет только как паразит. В смысле того, что он не может создать никакого белка, может только переработать там. Если он подберет, то какие-то остатки от березового растения, да? И создать вот новый белок. Это вот классификация. То есть разбиваются все растения на классы. Существует классификатор очень активный. И вот вы можете гулять по полям и смотреть, значит, такие-то листики, такие-то тычинки, такие-то пестики, такой-то ствол, такие-то корни, и определять, что вы нашли. Вот мы, например, так с моим дядей гуляли в Тамбовской области, у меня дороги в лесу, и нашли там валерьянку. Ну, если бы у нас не было с собой определителя, мы бы никогда не узнали, как она растет. Такой интересный, значит, розовый цветок. И вот например, такой высоты. Или там мыльные растения, то есть вот такие невзрачные растения, небольшие. Но если возьмешь комочек такой, с водой потрешь, то мыло образуется, и можно мыть руки, как обычным мылом. Но сразу как бы и с мочалкой. То есть можно определять, что вы нашли, потому что там в хорошем месте, где еще не уничтожена природа, там можно увидеть сразу сотни и тысячи растений, которые все классифицированы. Теперь животные тоже классифицированы. Есть млекопитающие, есть рыбы и так далее. Причем есть позвоночные, есть беспозвоночные.
а есть непонятно кто. Как всегда бывает при классификации, не знаешь, куда отнести. Границы относятся. Например, есть утконос. Нос у него как у утки, но это животное. Не птица. То есть это не птица, а млекопитающее. Или сумчатые, например, как кенгуру. Куда ты их отнесешь? Кто еще в сумки складывает? Ну, я не знаю. То есть шопингом занимается с самого детства. У них сумки и так далее. То есть эта классификация, это не... Вот надо бы, чтобы у нас меньше было необыкновенного в голове. Потому что когда начинаешь, каждый раз к каждому предмету придумывать целую цепочку новых понятий. Ну, это старое понятие классификации. Классы везде. Но если у нас... Сколько у нас человек сейчас на Земле? Сколько? Я, 4. Да ладно, не, ты не преуменьшайте этого. 3,5, да. Ну, что-то как-то. Это уже на геноцид похоже. Ну. В одном Китае 1,3 миллиарда, и в Индии 1,2 миллиарда. Вместе 2,5 миллиарда. Вот сейчас Владимир Владимирович проехал, вот вам политика. Когда такие массы. 7? 7. Вы в 2 раза уменьшили количество населения. Ну, я попал. Пессимист. Прекрасный планет, считает. А, ну это все понятно. На украинском языке. Все понятно. Это... За людей не считает нас. Все понятно. Нет, вот, смотри, здесь сидит сколько человек здесь в аудитории? 1. Все понятно. Ваша методика нам ясна. Я просто позапомнила эту цифру. Понятно. Вон, раскусили вас, все. Так вот, понятно, что если мы хотим понять вообще движение, а мы же не можем изучать людей в статике, так, в неподвижности. Мы же не фотографии делаем, мы их действия, борьбу, движение изучаем. Они сводятся к тем группам, которые примерно одинаково действуют. А какие группы примерно одинаково действуют? Мы уже для этого имеем некоторый инструмент, о котором сегодня говорили. Если у них близкие экономические интересы, то есть одинаковое экономическое положение, одинаковая характеристика, одинаково им выгодно то же самое, то, следовательно, они заносятся в один класс. Не в зависимости от того, что они думают. То есть не по словам мы их, а по делам квалифицируем. А дела вытекают их из экономического положения, из экономического интереса. Поэтому, исходя из экономического положения, можно разделить людей на классы. Так вот, деление на классы – это деление по положению в производстве. Или деление по положению в производстве – есть деление на классы. Нельзя определить класс один, потому что классы – это от классификации. То есть они сразу несколько классов образуются. То есть, если вот есть 3 вида такие, 3 большие группы, которые отличаются по положению в производстве, вот и получается там буржуазия, мелкобуржуазия и рабочий класс. И все. А уж дальше там по цвету глаз, бровей и прочее, по весу можно делить сколько угодно, там, потому что кто что носит, какие привычки, это уже не то. И вот отношение между классами называется политикой. А более развернуто, поскольку эти классы имеют интересы различные или даже противоположные, то они, это не просто отношения, а это борьба классов. Можно рассказать короче опять. Короче, но уже резче. Политика – это борьба классов. Один класс уже господствующий, а другой оппозиционный. Они могут не бороться? Не могут не бороться. Они могут плохо бороться, они могут слабо. Но не могут они не бороться. Или... скажем, это борьба классов. За что борьба? Потому что господствующий класс уже имеет государство, то есть машину насилия. А государство – это машина насилия для проведения политики определенного класса. Это не некое равнодействующее там голосование. Голосование – это вторично. Не беспокойтесь, проголосуют все правильно. Все будет сделано, чтобы проголосовали так, как надо. И все и делается. Почему? Да потому что экономическое положение господствующего класса делает его таким, который обеспечивает и господство мысли этого класса. Мысли господствующего класса являются в общей господствующими мыслями. А если мысли господствующего класса являются господствующими мыслями, мы проведем честное голосование. Кто выиграет? Те, в чьи мысли являются господствующими. Правда? Если честные. Если нечестное, не знаю. Но если честное, вот все у нас не добивается. Давайте, говорит, честное доведем. Честное проведем.
Да какой вы не проводите? И самое честное дает преимущество кому? Тому, чьи мысли господствуют. А мысли господствующего класса являются господствующим обществом мыслями. В головах у рабочего класса в буржуазном обществе какие мысли? Его или буржуазные? Его. Буржуазные, конечно, вот и все. Прежде всего, его. Рабочий класс, вот Ленин писал, не может самостоятельно выработать пролетарскую идеологию. В работе что делать? Поэтому без интеллигентов он не может выработать свое пролетарское сознание. Но в силу своего положения. Но это же научное дело, выработать идеологию. А у него что, есть условия для занятия наукой при 11,5 часов в рабочем дне? Или сейчас? Не случайно. Он говорит, вот вам кегельбаум, вот вам пиво пейте, венцо, играйте в игры, щелкайте на компьютере, идите в сети туда-сюда. Эти сети уже расставлены. И, так сказать, тем самым человек оказывается в известном, так сказать, подчинении. А это уже оформление дальше. Дальше идет голосование. Это голосование, как всегда, оформляет то, что есть. Следовательно, что мы получаем? Политика – это классовая борьба за. Ну, один класс уже имеет в руках государство, значит, он должен его использовать для осуществления своих интересов. Для чего власть берут? Чтобы ею пользоваться. А не для того, чтобы говорить, вот, они взяли, они вот сидят, они заставляют, а вы что хотели? Но если это власть, так она этой властью государство пользуется, правильно? А другой класс, оппозиционный, он этой власти не имеет, государственной. Значит, он борется за то, чтобы получить эту власть. И что, на этом закончить дело? Нет. С тем, чтобы эту самую власть потом использовать в своих интересах. И тогда он будет подавлять тот класс, который был до этого господствующим. Вот, скажем, берем рубеж конец 19-го, начало 20 века. В России восходил буржуазный класс, а государственная власть была в руках какого класса? Феодального, помещиков. В феврале 1917 года буржуазный класс сверг, феодальный класс, установил свое государственную власть, свое государство и подавлял помещиков. Теперь, так сказать, он, хотя помещики пытались тоже ее свергнуть, были попытки. Например, Корниловский мятеж был направлен против Временного правительства, конечно, безусловно. И если вы возьмете революцию буржуазную во Франции, то, как вы помните, сначала власть стала вполне буржуазной, потом вдруг тот, кто возглавлял эту буржуазную власть, Наполеон, вдруг стал монархом. Все вернулось на круги своя, только в других лицах. И снова потребовалось новое издание буржуазной революции. Итог. Политика – это классовая борьба за завоевание, раз, удержание. Но если вы власть получили, то надо ее удержать или нет? Вот, говорят, а что, говорят, они так это борются за свою власть? Так, а что же они? Если они получили власть, неужели они так просто вот отдают? Кто власть просто так отдает? А если еще и отдаст, то его посчитают дураками. Вон Временное правительство никто не уважает, потому что взяли и отдали большевикам. А большевиков уважают, потому что они такие-сякие, такие плохие, но они взяли и отняли власть у Временного правительства. То, что в политике уважают, как и везде, сильных. Не так? Вы слабых уважаете? Нет, не уважают большевиков. Да это пожалуйста, а кто против? Никто не... Это совершенно не... И это совершенно нас в данном случае не беспокоит. Нас беспокоит знание правильных определений. Знание правильных определений. Если вы не уважаете, ну и боритесь, пожалуйста, с теми, кто уважает. Кто вам мешает бороться? Вот самый лучший способ овладеть всеми этими категориями, начать бороться с теми, кто их использует. В том числе и со мной. Это нормально в обществе, правильно? Или нет? Потому что, а если будет такая борьба, что вы не знаете, а я знаю, ну это вообще даже это не борьба, даже неудобно мне с вами сражаться. Я должен, по крайней мере, вас поставить в этом смысле на ноги, чтобы вы были вооружены, и тогда уже, ну можно раз... А сейчас это какое-то избиение младенцев, это что это такое? Это недопустимо. Согласитесь, неприлично. Вы меня даже, не, как вот своего преподавателя, не должны ставить такое положение, что вот так вот он неприлично так с вами обращался. Согласитесь. Так, поэтому... И в этом, надо сказать, вот особенность образования. Когда люди получают образование, совершенно этим не определяется,
как будет политически действовать человек. Например, Владимир Ильич Ленин приехал в Санкт-Петербургский государственный университет. После того, как он, вы знаете, что он, его изгнали из Казанского университета за участие в революционных событиях, и он, так сказать, уже поступать никуда, так сказать, на какой-то постоянной основе не мог. Он поступил сюда для сдачи экстерном. Сдал экстерном все предметы на пятерки. Получил диплом об окончании юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Керенский тоже здесь, кстати, получил. Все многие получали. Как и Путин, как и Медведев. И другие. Если вы возьмете там главу администрации президента Иванова, он у нас филфак кончал. Министр финансов, он экономический факультет кончал. У меня был дипломником. Я был не научным руководителем. У нас все отсюда. Все руководство почти за редко. Один Собянин из Сибири. Все остальные отсюда, из Питера. Говорят, кто такие там, кто там правит, а правит питерский. Так что это совсем разные вещи. Вот образование, в том его и особенность, что оно позволяет человеку выбрать себе уже потом свою политическую позицию и, соответственно, ее защищать. А поэтому вот у того, кто преподает, у него не должно быть претензий к тем, кто слушает. Вы послушали, как говорится, потом развернулись и пошли в свою сторону. Меня учили так. Вот конкретно учил меня Николай Андреевич Моисеенко, такой был декан экономического факультета. Он говорил очень просто: «Миша, это я в ваш адрес, который сейчас обратился, выслушай и сделай по-своему». И это очень сильная формула. Во-первых, все представители старшего поколения, им главное, чтобы их выслушали. Как только их выслушают, они уже успокаиваются. А потом, когда вы уже делать будете не так, как они хотят, они уже не будут нервничать. Потому что вы же свободные люди. Ну, кто может вас заставить? Ну, кто? Вы можете себе представить, что вот я могу вас заставить делать так, как вот не так, как вы считаете, так, как я считаю? Да это смешно. Но вы еще там со мной можете там до 16 числа еще здороваться, января, а уж после 16 можете сказать: «Михаил Васильевич, я вам с вашими политическими позициями руки не подам». И я ничего не могу. Но если это политическая борьба, если вы вступили на политическое поприще, и вы политически так ко мне относитесь, ну, я должен к этому отнестись как? С пониманием. Ну, правильно? Ну, как? Если человек занял политическую позицию, ну, что он занял ее? Почему он занял? Потому что знает, что такое политика. Не, а то он не знает, что такое интересы не знает, что такое конфликт не знает, что такое труд не знает, что такое общество не знает, и хочет вести политическую борьбу. Ну, как-то так. Согласитесь со мной. То есть это вот мы, я почему считаю правильным, что мы вот затеяли такую некоторую игру, потому что, ну, подготовиться надо к экзамену, так сказать, по-серьезному. Экзамен же это вы же сами. Кто будет вас слушать? Вот я их вас послушаю, потому что меня заставляет государство. Я обязан вас послушать, чтобы вы их не говорили, и еще оценивать. А кто вас потом найдете, кто вас будет слушать по этим? Никого не найдете, никто вас не будет слушать. На меня-то никто не слушает. Кто это будет слушать? Вот это хорошо, если есть конференция какая-нибудь, где-то еще туда попади, дадут тебе 10 минут. То есть это проблема, чтобы тебя слушали в обществе. Так что вот таким образом. Значит, мы с вами разобрали вот так тему нашего, так сказать, название нашего курса. Из этого следует, как надо подходить вообще ко всем другим вопросам. Например, поскольку речь идет о социально-трудовых конфликтах, центральный там пункт этих конфликтов или форма, самое высшее – это забастовка. Забастовка – что такое? Можете сказать? Без сказать, мы не знаем, какие у вас позиции, не знаем, как вы там определяете, все. А что такое забастовка? Вы же не скажете, что это не по теме? Диверсия. А? Нет, я плохо отвечаю. Почему плохо? Нормально вы отвечаете, хорошо. Нормально отвечаете. Нет, человек не должен настраиваться. Это совершенно нормально. Вот нормальное состояние человека, нормальное состояние человека, что он учится. И человек не должен чувствовать себя ущербным, если он учится. Вот самые страшные люди, которые считают, что они свое обучение закончили. Я вот вам скажу из своих встреч. Потому что как только я вижу, что человек уже все считает, что он все знает, это конец. С ним лучше не общаться вообще, это пустое дело. Потому что, ну, вы же понимаете, что всякий, чем больше образования имеет, тем больше он понимает, что какой мир открывается, который он, конечно, и не постиг, и не постигнет еще. Он много чего не знает. Но из этого не следует, что мы вообще ничего не должны знать. Мы все равно должны из этого всего
многообразие, выбрать то, что, дескать, я вообще, конечно, и в этом не разбираюсь, но в этом, вот извини, вот это разбираюсь. Вот что такое забастовка? Я лучше послушаю, как вы дискутируете. Да, вот, Кирилл, это вот тот самый случай, как мы уже выяснили. Пусть это вот, есть же люди, пусть они работают. Забастовка, что такое? На самом деле, я заглянул в азбуку забастовочной борьбы, и там не написано, что такое забастовка, к сожалению. Так это недостаток. Вы все, все ищете недостатки. А вас это не спасает. Это было бы полезно, но что, на мой взгляд? Полезно. Там есть корни. Вы можете заглянуть для этого и другой документ. Есть забастовка как научное понятие, а есть забастовка как юридическое понятие. Потому что это прописанное правило забастовка в Трудовом кодексе. И неплохо туда бы заглянуть. Потому что забастовка это, в конституционное понятие, правильно? Мы с этого начали сегодняшний разговор. Во-вторых, это понятие, которое является установленным законом. А раз оно является установленным законом, то оно вот прописано в Трудовом кодексе. И там написано. Очень хорошо, я тут ничего не могу ни прибавить, ни убавить. Там написано, что это полная или частичная приостановка работы. Приостановка работы. Не вообще-то, навсегда. А полная или частичная приостановка работы с целью достичь определенных требований. И все. Все. Это хорошая очень формулировка. Понятная и ясная. Некоторые забывают, что это не обязательно полная. Ну почему? На один час вот в день будет у нас. Это будет забастовка? Согласно этому определению? Если она, ну как бы, да. Будет. Будет. Вот дочери делали так именно, например. Полтора года была забастовка. И вот они час. Хотят сейчас приделать к обеду, перед обедом, хотят после обеда, хотят в начало рабочего дня, хотят в конец. Забастовочный комитет решает уже дальше. Но поскольку изменение формы забастовки тоже юридически ограничено и урегулировано, поскольку государство регулирует, как вы совершенно правильно говорите, орган, который регулирует, это правильно, что он орган, который... То есть это не определение государства, но это суждение о государстве, что оно регулирует. То за 3 дня надо уведомить письменно, и, пожалуйста, это будет по закону. Не надо ни конференцию собирать, никакого хурала. Все. Забастовочный комитет страшно имеет власть, по закону уже. Он в соответствии с нормами законодательства действует, он отвечает за порядок. Отвечает за порядок во время забастовки? Кто? А что значит, если я отвечаю за порядок, так что надо делать? Дружину надо создавать. Как будем? Да, оружие будем просить? Это опять власть. Да. Поэтому вот... Поэтому закон дает возможность. Ну хорошо, создавайте эти дружины, обучайте их боевым искусствам. Ну а как порядок? Я хоть собираюсь порядок наладить, а этот хулиган тут пьянствует. А кто-то взял и своровал. А ответственность за имущество кто несет во время забастовки? Забастовщики. Генеральный директор или те, кто? Вы устроили забастовку. Вы бастуете, вы отвечаете. А если у меня пропадет пиджак, а в нем $1000? А кто будет отвечать за эти $1000? Забастовочный комитет. Поэтому забастовочный комитет должен обеспечить это дело. А раз обеспечить, будьте добры. И так далее. То есть это вот серьезное дело, забастовка. Когда, как, порядок. Потом приходит, начинает просить, нужно разгрузить корабль. Куда идти? Во время забастовки. К генеральному директору или к забастовочному комитету. Вот приходит, говорит, объясняет, что там мы везем медицинское оборудование и лекарства для таких-то больных, которым срочно они нужны. Просим рассмотреть. Забастовочный совет рассматривает, так, говорит, разгрузить. Потом приходят, они, значит, предметы роскоши везут. Подождут. Кто решает? Забастовочный комитет. По закону. Все по закону. Поэтому мы должны вот не только знать понятие, но и знать, что документировано. Потому что если речь идет о политике, то есть с одной стороны, со стороны оппозиции, есть действия в рамках закона, но направленные на то, чтобы получить власть. А с другой стороны, со стороны государственной власти, действия тоже в рамках закона, но направлены на то, чтобы подавить всякую эту деятельность, противоположную ее интересам. Говорят, вот они взяли и посадили, а вы что думали? Вы кричали «долой, долой, долой», и, так сказать, собрали большую толпу людей. Ну, тут собрали полицейских и разогнали. Имеют право. Все по закону. А говорят, законы плохие. Вы избираете своих людей, продвигаете и устанавливаете хороший закон, скажем.
Конечно, мы с вами, вот если мы углубимся в эту тему, мы на эту тему говорили, что, вот, скажем, из забастовочной борьбы вытекло создание Советов в 1905 году. То есть это органы, которые вроде как органы самоуправления, органы экономической борьбы. Некоторые к ним так, когда, соответственно, относились. Это экономическая борьба, это ерунда. А на самом деле это появились новые органы, которые еще ничего не регулировали. Вот сначала, прежде чем регулировать, надо сначала появиться этим органом. Появились советы, они когда появились? Они в 1905 году. Что-то порегулировали в некоторых городах. В Ивано-Вознесенске вообще все регулировали. Потом появились советы снова в 1917 году. Они когда появились? В октябре или в феврале? В феврале. В феврале. Они сформировались по представительству от коллективов, а не от территориальных объединений, не от территорий. Потом появилось вот такое состояние, которое непонятно было, как назвать, кто регулирует, двоевластие. Временное правительство принимает одно решение, а Петроградский совет принимает другое решение. Временное правительство, оно законное правительство. Ну, что значит законное? С точки зрения феодалов незаконное. С точки зрения буржуазии законное. С точки зрения Петроградского совета, который считает, что не надо было смертную казнь вводить на фронте, тоже уже незаконные. И поэтому его обращение или его постановление критически рассматривается. Ну, Петроградский комитет говорит, да, это будем проводить в жизни, тогда оно вступает в жизнь. А нет, оно не идет. Временное правительство говорит, убрать «Аврору», а Петроградский комитет, пусть «Аврора» стоит. Временное правительство говорит, развести мосты, а Петроградский комитет говорит, мосты свести. Закрыть газеты все. Оппозиционные, говорит Временное правительство, Петроградский комитет, открыть их. Сегодня ночью закрывает, утром открывает. Двоевластие. И даже уже не двоевластие, переходящее постепенно во власть другого класса. Всякий класс, когда он приходит, новой власти, объявляет старый закон, не только власть, и закон низложенным. То есть такие нормы, правила, по которым осуществляется власть. И, соответственно, а законы, аж какие еще законы там у советской власти? Никаких особенных законов-то и не было, поэтому были декреты. Откуда вот это название «декретный отпуск»? Да то, что декрет был об охране материнства. А закона еще не было. Законы должно издавать какой-то орган, который еще ничего не издавал, а по декрету издавали правительство. То есть это еще ненормально еще было состояние. Но постепенно все пришло в норму. Конституция появилась. 18-го года Конституция, потом 24-го года Конституция, ну, 22-го года Конституция, там, 24-го Советского Союза. Ну, и после этого уже было конституционное государство. Точно так же можно сказать в обратную сторону. Вот у нас был переворот буржуазный в 1993 году. С точки зрения той Конституции, которая действовала, советская, это незаконный переворот. А с точки зрения вот новой власти, она установила новые законы, и она считает, что та законность отвернута, и все, она незаконная. И все. Поэтому никакого фетишизма, если речь идет о политике, такого, что вот они, вечные законы, вечная власть, ничего такого вечного нет тут. Поэтому это вот вы сейчас на меня смотрите и говорите, у меня другая политическая позиция. Да, сейчас я преподаватель, вы слушатель, а так, может быть, наоборот, вы преподаватель, я слушатель. Вот на экзамене так и будет. Я буду вас слушать, а вы будете преподавать. Писать, разговаривать. Ну, хотя бы форма будет такая. Вы выступаете, а я слушаю. Правда? Согласитесь. То есть очень быстро будет переворот. И вы сейчас потребители знаний, а на этом экзамене я потребитель ваших знаний. Ну, вот мы провели такую с вами некоторую небольшую тренировку. Есть еще вопросы ко мне? Да. Потому что дальше вопросы последуют уже к вам. Нету? Ну, тогда позвольте вас поблагодарить за участие в нашем этом состязании, которое мы провели. Умов, да. Все достойно вышли из этого положения. Нас здорово срезали, нам сказали, что 3,5 миллиарда, а вы... Это смелый поступок, решительный. Мы сначала не разобрались, а потом поняли свое место.
Так, ну это все шутки. Это не противоречит нашему обучению, правда? Иначе было бы все это грустно, если бы я говорю, вот вы не знаете, там, как вам не стыдно. Ну, это тоже неинтересно. А чего, взрослые люди, все не узнаешь. Много будешь знать, скоро состаришься. Есть, можно всегда ответить на это тоже. Можно. Ну, подумаешь, вы это знаете больше, а я другое знаю больше, а вы того не знаете, что я знаю. Так что в этом смысле надо быть. Наступать на борьбу занимать, не оборонять. Тем более, если речь пошла о политике. Политика – это политическая борьба, наступать должна быть обязательно. Видели, я на вас наступаю, а вы еще пока не слишком на меня наступаете. Дескать, а вы можете сказать, я после экзамена буду на вас наступать. Так, ну что, больше нет вопросов, да? Спасибо за внимание. Значит, мы с вами встречаемся 16 января, 17:20. Я очень прошу всех товарищей, проинформируйте, да? Вот. Прийти с зачетками, все, чтобы мы, я возьму ведомость, там мы будем писать, кто присутствует, какие оценки. У вас вообще это один из последних экзаменов. Что там у вас уже? Магистратура, все заканчивается. Формально. Ну, форма содержательная. Ну, есть. Спасибо. Спасибо вам, всего доброго.